Вот и закончилась пятая неделя, на протяжении которой главной задачей было держать тот вес, который у нас был. Но получилось немного больше, поэтому у меня получилось скинуть кило 400 за пятую неделю. В общей сложности я потерял 9 килограммов 600 граммов за 5 недель. Это, конечно же, печальный результат, потому что хотелось бы больше. Хотелось, конечно, чтобы было 10, то и больше килограмм. Но вес еще будет немного уходить. Далее я буду просто при помощи счетчика калорий держать свой рацион в пределах 2000 килокалорий. Ну, то есть питаться уже обычно, для того, чтобы не набирать. И минимальная активность с утра и вечером, ну то есть перед работой, после работы, которая была, так и останется. Следовательно, из рациона я исключаю полностью хлеб, я исключаю в таких объемах мясо, как было, ну то есть это были крылья, бургеры, там всю эту вредную пищу. Можно заменить элементарным походом, допустим, фастфуд какой-то, там салат «Цезарь», либо овощной салат взять с ребенком. Вот. И это будет и правильнее, и вкуснее, и как бы легче на желудок. Вот. Далее, уже выработалась способность определять приблизительно количество грамм пищи употребляемой, то есть, ну, дозировка, естественно, снизилась. Вот, ощущений неприятных никаких нет. Если вы испытываете какой-то дискомфорт, либо там учащенное сердцебиение, там приступы, я не знаю, спонтанные какие-то такие тревоги, там непонятные какие-то аритмии сердца, ну то есть, ну, вы же свой организм ощущаете, видите, что что-то не так, лучше обратиться к врачу. И вообще, по поводу любой диеты, лучше делать консультации у врача. Мне проще, потому что у меня, собственно говоря, жена врач, и к ее мнению нужно будет прислушиваться периодически. Вот, хотя делать можно все по-своему. Вот, но это уже на свой страх и риск. Вот, повторюсь, по поводу того, какую активность я вел, вы видели в приложении Google Fit, которое я демонстрировал в предыдущих роликах. Сейчас я Google Fit удалил, и у меня остался только MiFit предложение от MiBand, ну то есть от Amazfit Bip, моих часов, вот, которые и считают лучшие шаги, и показывают количество калорий, сожженных при ходьбе, при тренировке. Ну, то есть там подсчет идет лучше. Вот. Ну и, соответственно, осталось Fast Secret предложение, в котором считаются калории, ну и как бы рацион, которое еще, помимо всего, и напоминает вам, когда вам стоит сделать завтрак, когда вам стоит сделать обед, когда вам стоит сделать ужин. Далее здесь вот скрин будет по поводу прошедшей недели пятой. Скриншот этот, это скриншот Fast Secret, который показывает мой рацион, то, что я употреблял, какая энергетическая ценность продуктов была в течение последней пятой недели. Вот. Далее за ним будет еще один скриншот, это скриншот Mi Band, ну то есть MiFit приложение, о том, сколько я потерял конкретно при ходьбе, сколько я ходил, сколько я терял килокалорий, ну и соответственно мониторинг веса тут уже будет. Вот, хотелось бы добавить, если вы сидите в офисе и ведете сидячий образ жизни, ну нужно что-то менять. Большинство ученых склоняются к тому, что заболевания, раковые заболевания в основном прогрессируют у людей, у которых индекс массы тела больше 30. Поэтому следите за своим индексом массы тела. Это, то есть, вы можете свободно зайти в калькулятор массы тела, вот, индекса массы тела, ввести свои параметры, это именно точный вес и точный рост, и вам покажет, какой индекс у вас есть. Вот, ссылка на статью об индексе массы тела и о раковых заболеваниях я могу привести в конце под видео в описании.
Кому интересно, можете зайти ознакомиться. И в плане того, чтобы поменьше есть разных там хлебобулочных изделий, чтобы поменьше есть разных там вредных сухариков с непонятно какими наполнителями. Вот. Старайтесь обойтись без хлеба. Старайтесь меньше употреблять сахара. И вот я лично перешел на стевию, на сахарозаменитель для диабетиков. Мне этого вполне хватает, и дозировку я сейчас снижаю намного, в разы, скажем так. Вот. Далее все зависит только от вас. Поэтому меняйте что-то в своей жизни, если вы хотите чего-то лучшего. К лету я лично уже готов. Жду ваших лайков, либо дизлайков, подписки на канал. Всем пока!